Мої вітання глядачам телеканалу АТВ. В ефірі Влада Сумчанам. І сьогодні ми говоримо із начальником правового управління Олегом Чайченком. Олег Володимирович, я вас вітаю. Доброго дня. Перше питання, яке б я хотіла вам задати, це щодо конкурсу на призначення управителів багатоквартирних будинків. Це питання в нас вже триває півроку, ще з березня, коли ухвалили рішення про організацію цього конкурсу. Потім були деякі судові тяганини, відкладалося, були порушення у протоколах, наскільки я знаю. І яка наразі ситуація, чи були проведені перевірки цих протоколів? Що стосується проведення конкурсу, дійсно було 20 марта прийнято рішення того року про проведення конкурсу. Поскольку длительное время с момента, скажем, может, там, с 2010 года, или я не помню, когда последний раз проводился конкурс по, скажем, сфере ЖКХ, но до настоящего времени конкурс не проводился, и у нас, в принципе, позиции с директором департамента Еременко отличались относительно того, что нужно проводить или нет. Но я считаю, что в рынке ЖКХ должны выйти те надаватели послуг, которые имеют реально материальную базу, имея специалистов для оказания этих услуг, и достойные должны выйти на этот рынок и надавать послуги. То есть те ЖЭКи, которые на сегодня существуют, я не говорю, что они хуже или они лучше, но громада должна видеть, кто предоставляет услуги, чтобы оценить их материальную базу, их специалистов, их возможности, в том числе финансовую. А когда мы не трогаем эту сферу и как бы отдаем на откуп ситуации, которая сложилась, ну, вроде бы ничего не происходит, ну, пускай будет дальше так. Но я предложил как бы все-таки провести конкурс, Мисхий Голова поддержал, и в январе этого года мы стартовали процедуру как регуляторной деятельности, регуляторный акт. Прошли регуляторку, то есть, в принципе, по сути самого решения как бы зауважений не было. И антимонопольный комитет также одобрил наши действия в отношении проведения конкурса. В принципе, на мой взгляд, это должно быть интересно всем. Прежде всего, мешканцам, чтобы, еще раз я обращу внимание, чтобы вышли те, кто реально может надавать и послуги. Если мы возьмем историю Сумму-Житло существовало, скажем так, в основном надавала послуги через подрядные организации, в результате чего эти подрядные организации в итоге подали заяву про открытие справы про банкротство Сумму-Житло, и оно сейчас находится в стадии банкротства. То-то, в принципе, то, что они породили ту ситуацию, она их как бы Сумму-Житло и, скажем так, закрывает ее. Ну, на разе. Ну, я, скажем, не могу объяснить. 1 августа было принято решение о переносе конкурса на там, 31 жовтня, если я не ошибаюсь. Ну, мое мнение, как бы лично мое, я придерживаюсь, что все-таки конкурс должен быть проведен, поскольку должны быть все-таки сформированы правила игры с тем, чтобы достойный, который может и возможность имеет специалистов, мог проводить, мог надавать эти послуги, а не пользоваться как бы сложившейся ситуацией. А если вы помните, в 2015 году как бы была определенный кризис с надавачами послугам, и с тем, чтобы выйти из кризиса, там было принято решение, если не ошибаюсь, 1 сентября 2015 года, с тем, что те, кто надавал послуги, они продолжат надавать. Но нужно отметить, что сейчас же действует уже новый закон с 1.06 про жилово-коммунальные послуги, где и закон про особливость здійснення права власності багатоквартирних будинків, который предоставляет право мешканцам самим обирати управителя. Тобто и этот конкурс, он никоим образом не посягает и не имеет целью посягать на права людей, чтобы выбирать управителя. Если они выбирают и заключают с ним договор с управителем, то понятно, в отношении этих домов никакой конкурс проводиться не будет, и они подлежат исключению из списка домов, в отношении которых проводится конкурс. Оці 180 будинків, які вже обрали. 188 будинків, да, там возникла ситуація, це 26, якщо не ошибаюсь, червня, коли предложили включити дома, в отношении которых были приняты решения мешканцями по протоколам о том, что они визначились с формой управления будинком.
то мы предложили эти дома провести отдельно по 188 будинкам отдельный конкурс с тем, чтобы на стадии первого решения, скажем, первое решение про проведение конкурса, да, второе решение про затверждение конкурса документации. И вот в этот период между первым решением и вторым, чтобы конкурсная комиссия могла проверить эти протоколы и выявить, чьи действительно люди приняли решение о... есть кворум больше 50% при принятии решения или нет. Поскольку были сомнения, и те люди, то есть те сотрудники, работники выконавчих органов тоже живут в этих же домах, и зачастую они не знают, что было принято такое решение о вызначении управителя. Поэтому и мы имели намерение в процессе работы проверить протоколы, выявить, чьи было волевыявлено, чьи нет. Если волевыявлено есть больше 50%, то понятно, что в отношении этих домов подальше действия конкурсной комиссии не проводились бы, они бы выключались. Но, к сожалению, как бы, ну, позиция исполкома, что они не поддержали наш проект решения, и конкурс по этим 188 будинкам проводиться не будет. Взагалі? Взагалі, да. То есть есть протоколы, люди визначились с управителем, они в подальшем будут укладывать договоры с ним, там, визначати відносини и працювати. Тобто, ну, процедура, как бы, то, что мы я предлагал и правовое управление в отношении проверки протоколов, но в данном случае она не нашла поддержку членов виконкома, решение не было принято. А скільки керуючих компаній бере участь у конкурсі і за яким принципом їх відбирали? Тобто всі могли брати участь? Участвовать в конкурсе может любая компания, которая отвечает критериям. Скажем, материальная база, наличие специалиста, дозвольные документы. Да? И когда жители сами определяются, то они могут выбрать будь-яку компанию, будь-яку физичную особу предприемца, которая может предоставлять им такие послуги. То есть есть два способа вызначения управителя. Или мешканцы сами вызначают, а если мешканцы не вызначились там с будь-яких там причин, тогда уже выконавчий орган местного самоуправления призначает конкурс, а на конкурсе могут принимать участие будь-які компании. Яка відповідає критеріям? Тобто ми чекаємо до 30-го чи 31 жовтня, да, да. І потім вже буде ця процедура розпочата, да, саме укладання, да, договорів. Да, да. Ще одне питання, яке мене цікавить, це ситуація із забудовою земельної ділянки біля між школою 12 і першою гімназією. На останньому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення, що призупиняється будівництво. Були скасовані містобудівні, містобудівні умови і обмеження. Да, як ви можете це прокоментувати? Я би хотів как бы, здесь подчеркнуть, що іноді, або часто, або бувають случаї, коли та проблема, яка існує, вона створена в прошлом і не тими людьми, які участвують в конфлікті. Ситуация как бы в 2013 году выдались містобудівні умови до обмеження, там, я не помню, на застройку этого земельоделянка, на реконструкцию. То есть там был, как вы помните, там квитковый павильон, это легкие конструкции переносные, но тем не менее этот павильон был зарегистрирован в реестре речевых прав как объект права, как объект нерухомого майна, как объект права власності. И выданы містобудівні умови до обмеження щодо реконструкції. Но фактично йде не реконструкція, а йде нове будівництво. Тобто ізначально, коли видавались містобудівні умови та обмеження, заложена була проблема, яка сьогодні, ну, скажімо так, проявилася. Містобудівні умови та обмеження видавались в то время, були видані Быковим Владимиром Борисовичем. Тобто, як архітектор, ну, я не можу, скажімо, давати йому оцінку, но даже поверхностного взгляда достаточно, что из пластика строение не может быть, скажем, реконструировано там, в четырех- или в трехэтажное здание капитального типа, которое по периметру фактически занимает всю земельную делянку. Но это пускай остается на его совести. Но конфликт сейчас участвуют совершенно другие люди, чем те, которые его организовали. И, естественно, я, вот, например, знаю и того же застройщика, там, Юрия Анатольевича Василенко. Я не могу ничего плохого о нем сказать. Это, ну, нормальный предприниматель. Я его знаю как бы до работы здесь. Я знаю там депутатов, которые с другой стороны выступают против этой застройки. То есть, в принципе, участвуют в конфликте, но нормальные, скажем, адекватные люди. То есть, но они как бы являются уже следствием тех проблем, которые были заложены до них. И ситуацию, если вы решите так, как бы
в силовом варианте, наверное, все-таки было бы не совсем правильно. И я бы хотел, ну, пользуясь случаем, обратиться все-таки и к представителям 12-й школы, и к Василенко, с тем, чтобы все-таки пойти навстречу, вырешить друг друга в этом конфликте, вырешить ситуацию. А то мы можем столкнуться, опять же, с той проблемой, как котлован напротив собора, да? Над собором. Он стоит уже, наверное, больше 10 лет, фактически, скажем так, ну, портит внешний вид, архитектуру и центр города. Мы можем здесь так, найти такую же самую проблему. Да, выконком скасовал, местобудивные умовы обмежены, насколько я знаю, уже исключены из реестра повідомлень про початок будівельних робіт. Тобто вже на сьогоднішній день застройщик не має права строїти. Ну, понятно, що він буде обращатися в суд, буде обращатися в правоохоронні органи. І конфлікт буде переходити на новий рівень, закручуючи, скажімо, людей в цьому противостоянні. І мені кажется, тут должно быть все-таки найти какое-то соломоново решение, чтобы не ставить людей в такой, знаете, вот, неразрешимый конфликт. Не должно быть, чтобы здесь было, ну как, кто-то победитель, кто-то проигравший. Мы живем все в одном городе, мы должны делать удобные, комфортные условия для проживания. Выконком здесь поступил, наверное, скорее как такая, знаете, пожарная мера. То есть нужно было что-то делать. Идет, начиналась вроде бы там заливка фундамента, какая-то стройка идет. Люди приходят, ну, может, уже там в таком, знаете, повышенной, там, эмоциональной возбужденности, как бы, и выконком отреагировал просто на это ситуативно. Но это не значит, что решение выконкома устоит в судебных органах. Оно может быть скасовано, и тогда опять начнется строительство, опять начнется противостояние. То есть это не путь, силовой метод, как бы, условно говоря, силовой метод решения выконавчего комитета, не путь решения этой проблемы вообще. Единственный возможный способ – это когда люди все-таки найдут силы в себе сесть за стол переговоров, пытаться выйти на взаимоприемлемое решение. Каким оно может быть, это они могут только решать. Это представители батьківського комитета, школа, это застройщики. Але, скоріше за все, все одно будуть позови до суду від цього забудовника. Так от я і говорю, здесь нужно найти такое, ну, как раз вот, скажем, уровень развития гражданского общества и заключается в том, чтобы люди могли частично поступить со своими правами и прийти к общему решению, которое их устраивает. Якщо ми вже почали говорити про позови до суду, про захист інтересів, вам часто доводиться, як начальнику правового управління, захищати інтереси міської ради в судах. Зокрема, нещодавно був позов до суду щодо... Скасування тарифу, да? 5 гривень на перевезі. Ну, ну, як вам відомо, ну, буквально на днях було прийнято рішення Сумським адміністративним судом про відмову в позові щодо скасування тарифів, і рішення виконавчого комітету по встановленню тарифів залишено в силі. Тобто суд не знайшов оснований, по яким рішення виконкома слід відмінити. Ну, понятне діло, що це поки перша інстанція, як вирішить апеляція, це вже буде, як би, відомо в майбутньому. Але на сьогоднішній день ситуація іменно така. А те, що стосується представництва інтересів Сумської міської ради, виконавчого комітету, міського голови, ми еще и представляем интересы и граждан обычных в судах, но не во всех, понятно, случаях, а когда это имеет какое-то резонансное значение. Ну, как в прошлом году была проблема по всему городу в отношении установки газовых лечильников на богатоквартирных будинках, и нами было подано там больше 10 позывных заяв, которые... За исключением одного, все были в последующем удовлетворены. Один суд, одна справа до сегодняшнего дня находится в Верховном суде. Это, я не помню, Котляревского, там три или, я не помню, по улице Котляревского. Вот этот дом, который находится в Верховном, все остальные, там вот 9 или там 8 или 10 справ, они были вырешены на, в пользу мешканцев. И мы там принимали, мы именно подавали позов в интересах этих людей. Потом люди приходили, готовили им образцы позывных заяв. И вообще, как бы, если это касается, ну, достаточного количества людей, когда интересы их затрагиваются, то правовое управление всегда открыто. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Мы открыты для возможной помощи людям, не проблема. Ну и хотел бы еще сказать, что на протяжении уже более 3 лет у нас работает безоплатно вторынная допомога.
прошу про первинна допомога, що надання допомоги громадян в виде консультацій, роз'яснення діючого законодавства. Це кожен вторник і четвер з 17:15 до 19:00 спеціалісти нашого управління приймають людей. За цей період часу вже було надано консультації більше 400 людей. В марте этого года мы открыли страничку на нашем сайте, это «Громадянин. Права. Допомога». И удивительно, но каждый месяц около 10 тысяч посещений нашей странички. Это как бы, знаете, приятно. То есть за весь период времени, с марта месяца, как мы начали работать, около 60 тысяч посещений. И переважно с какими питаниями звертаются? Ну, конечно, прежде всего, социальные питания. Это питания нарахования пенсии, заработной платы, спадкування, там, защита гражданских прав, там, житловые права. То есть спектр вопросов, он, в принципе, как бы охватывает, ну, все отрасли права. Но основной вопрос – это социальное забезпечение, трудовые права, цивильные правовідношення, право на житло. То есть вот такие, как бы, то, что, ну, наиболее часто сталкиваются люди в своей жизни. Ви надаєте консультації чи ще й супровід? Ми іноді готуємо образці позовних заяв, а образці позовних заяв розміщаємо на сайті. Ну, от, наприклад, був случай, коли ви теж знаєте об этом, що завод Фрунзе має задовженість перед працівниками в отношении заробітної плати. І ми, во-первых, підготовили образець позовної заяви, передали представнику правкома і розмістили на сайті именно целевой, как бы, позыв для работников Фрунзе. Там было, вот я посмотрел по последним, где-то около 400 посещений этой позывной заявы. То есть, в принципе, как бы мы и предоставили в таком варианте и разместили на сайте. Ну, зачастую, сколько бы людей не приходило, у нас, ну, не было случая, когда по какой-то причине мы, ну, извините, может, отмахнулись от человека или как-то не вникли в его проблемы. И я бы хотел, как бы, отметить всех специалистов, без исключения, которые работают в правовом управлении, и поблагодарить их за высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе. Знаете, мне вот всегда, ну, как бы, затеняется вот руководители, зачастую, я, упаси бог, не о себе, я не про это говорю. Вообще руководители затеняют тех людей, которые вот, ну, каждый день, знаете, как вот гномики, которые что-то делают, работают, а их не видно, не слышно. Вот они, вот те люди, на которых, в принципе, и держится Украина.